провязали наш ряд, присоединились к первому столбику от ракушки, проходим соединительной петлей в середину нашей ракушки, вот сюда делаем одну воздушную петлю и сюда же делаем столбик без накида. Все, больше ракушку мы вязать не будем, сейчас мы будем выравнивать. Вот наша такая получается, ну как бы звезда. Нам нужно сделать здесь прямой край, чтобы получился квадратик, чтобы потом было удобно пришивать элементы друг к другу. Так, делаем 2 накида, и вот в эту нашу ракушку на ряд ниже мы провязываем средний столбик, 1 столбик рельефно лицевой с 2 накидами. Провязали. Дальше. Больше ракушки не вяжем. Вяжем только столбики без накида, столбики с 2 накидами, столбик с 1 накидом. Дальше. Вот в эту ракушку беленькую, которая вот на в следующем ряду, в середину ее провязываем 1 столбик с 1 накидом. Тоже рельефно-лицевой вокруг вот средней ножки. Провязываем столбик с 1 накидом. Дальше. Вот в эту ракушку, которая на ряд ниже, мы провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. 2 накида за средний столбик. Провязываем столбик с 2 накидами. Дальше вот в эту ракушечку беленькую, которая в следующем, в предыдущем ряду, провязываем столбик рельефный лицевой за средний с 1 накидом. Подхватываем вот средний столбик и провязываем 1 столбик с накидом. Дальше вот эта ракушка на ряд ниже, здесь мы провязываем тоже рельефный лицевой столбик с 1 накидом, с 1, так как здесь у нас вот уже идет возвышение, вот оно вот здесь вот поднимается, здесь уже 1. Вначале мы вот здесь вот вязали за эти нижние ракушки столбики с 2 накидами, чтобы приподнять наше вязание. Здесь 1. Вот за эту ракушку, которая ближе всего к углу, вот она беленькая, мы за средний столбик вот сюда провязываем столбик без накида, просто столбик без накида, вот таким образом. За вот эту ракушку, которая внутри нашего уголка, провязываем столбик рельефный лицевой с 1 накидом. Так, теперь в двухвоздушную арочку, вот нашу двухвоздушную арочку между 3 столбиков без накида, мы провязываем 2 столбика без накида, 2, не 3, как мы провязывали в предыдущем, а 2, раз, и сюда же провязываем второй. Делаем 2 воздушные петли, 1, 2, 2 воздушные петли. И сюда же провязываем еще 2 столбика без накида. 1 и 2. Вот так. Вот у нас выравниваются уже. И выходим мы уже на квадратик. И повторяем то же самое. За вот эту, за этот столбик средний из 3 столбиков с накидом провязываем столбик с 1 накидом. 1 накид. Вот в эту ракушку, которая ближе всего к углу, в середину, в средний столбик, провязываем столбик без накида. В следующую ракушку, которая на ряд ниже, за средний столбик, мы провязываем рельефный лицевой столбик с 1 накидом. Дальше здесь вот у нас уже идет как бы вниз немножко. За беленькую ракушку мы провязываем также рельефный лицевой столбик с 1 накидом. В следующий, вот в этот нижний, мы провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Нам нужно здесь поднять, немножко выше сделать, чтобы выровнять наш край.
верхнюю вот эту ракушку предыдущего ряда, столбик, рельефно-лицевой за средний столбик от ракушки с одним накидом. Вот в эту ракушку на ряд ниже, которая перед серединкой нашей, делаем 2 накида и провязываем рельефно-лицевой столбик за средний с 2 накидами. В серединку нашего вязания, вот в серединку нашего квадрата, где у нас всегда шла ракушка из 3 столбиков с одним накидом, в серединку вот между вот этими двумя, вот получается вот эта перемычка, провязываем столбик без накида, просто столбик без накида, вот таким образом. То есть у нас получается, смотрите, вот по краю от нашей серединки получается, вот за нижней мы вяжем столбики с 2 накидами, за вот эти мы вяжем столбики с одним накидом в серединку ракушки, здесь также вяжем столбик с 2 накидами, то есть с двумя, здесь везде будет один, так, значит, здесь получается, сама запуталась. Значит, здесь получается у нас с 2, 1, 2 накида. Здесь получается 1 накид. Здесь получается 1 накид. Здесь мы вяжем просто столбик без накида. И здесь 2 столбика без накида. 2 воздушные петли, 2 столбика без накида. Давайте вот до конца довяжу сюда вот этой части, чтобы было понятно. То есть вот провязали столбик без накида, делаем 2 накида в ракушку нижнюю, вот в эту средний столбик провязываем столбик с 2 накидами. Раз. Вот в эту ракушку беленькую столбик с одним накидом, рельефно-лицевой вокруг среднего столбика. Раз. Следующий наряд ниже мы также вяжем с 2 накидами. В ракушку предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. Дальше снова столбик за вот это на ниже ряд уже с одним накидом, то что выравниваем мы наш край с одним накидом. Вот в эту вот ракушечку вяжем столбик без накида в серединку ракушки. Столбик без накида. Вот в эту, группу из 3, которые столбики без накида, вяжем столбик с одним накидом рельефно-лицевой. Вокруг среднего из 3 провязали. Варочку вот в эту вяжем. 2 столбика без накида, 2 воздушные петли, то есть у нас будет арка из 2 воздушных петель, и снова 2 столбика без накида. И так идем мы до конца нашего вязания. Вот у нас получается, что край постепенно, вот у нас он выправляется, он становится ровненький и красивый, то есть нету вот этих впадин, и будет удобно пришивать элементы друг к дружке. Вяжем. Если что-то непонятно, вернитесь к началу видео и посмотрите, чтобы не запутаться, где делать 2 накида, где делать 1 накид, где делать столбик без накида. Вяжем этот ряд и снова меняем цвет нити.